Всем привет! Это видео будет о том, насколько важен метод Tag Description для SEO-продвижения вашего сайта. Итак, классически принято заполнять там Tag Title, Description, Keywords, H1 таким текстом, чтобы там были включены ключевые слова, и это, ну, важный такой большой SEO-миф, что вся эта история важна для SEO-продвижения. А поговорим здесь именно про description, насколько важен именно он отдельно. Итак, description важен. Важен прежде всего потому, что description очень часто, если он нормально заполнен, попадает в описание сайта на выдаче, так называемый сниппет. То есть, когда пользователь набирает какой-то запрос, он видит заголовки описания. И вот в заголовок, как правило, попадает title, если он нормально заполнен. А в описании, опять же, если нормально заполнен, то попадает description. И важно в него ставить ваши ключевые слова. Важно, чтобы он был продающим. То есть была какая-то и там призыв к действию, и какие-то факты о вас, которые заманят пользователя, цифры неплохо какие-то туда вставить. Ну и, в общем, был не бестолковым и желательно не обрывочным. То есть, если вы видите то, что у вас сейчас весь description не попадает в сниппет, то, ну, уменьшайте его. Если видите, что он слишком короткий, конкурентов он длиннее в этой выдаче, ставьте его длиннее. То есть, старайтесь сделать description так, чтобы он, во-первых, занимал много места на выдаче, чтобы он не был там в одну строчку. Второе, чтобы он был с ключевыми словами. И чем больше в нем будет тех ключевых слов, которые вводит пользователь, например, пользователь ввел какое-то ключевое слово из 5 слов, то есть ключевую фразу. И если у вас есть там 3 из них в description, ну, это не очень здорово, потому что если у конкурентов есть все 5, а еще и какие-то из них там повторились 1-2 раза, то у них description будет более привлекательный за счет того, что жирным подсветятся эти слова, и, ну, кликабельность там при прочих равных будет несколько выше. Поэтому крайне важно уделять внимание дескрипшену и заполнять его как минимум в автоматическом режиме, то есть чтобы у вас, например, брался заголовок вашей страницы, например, H1, и подставлялся в некоторую маску, которая будет собирать из заголовка плюс какой-то хвост, собирать вам готовый description и подставлять это все в код сайта и скармливать это все в поисковой системе, таким образом автоматически повышая кликабельность вашего сайта. Если у вас сайт небольшой или у вас там сайт услуг, опять же, там с 10, 20, 30 страницами, то можно вполне заполнить description вручную, и тогда уже их руками вылезет так, чтобы он прям был идеальный, классный и сильно круче, чем конкурент. На этом у меня все. Остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!